Мужики, всем привет! В общем, видос сегодня будет коротенький и, как говорится, по существу. Помните, да, посадил я горчицу на одной половине огорода, и она уже прилично так поднялась. Поднялась она, я вам даже сейчас вот померяю, взял рулетку с собой, чтобы показать. Вот так берем, вот так ее втыкаем в землю. Она уже, мужики, ну, 70 сантиметров, да, в среднем поднялась. Вот, никогда я этими вещами не занимался, посадкой этой сидератов, как там их называют, да, удобрений. У меня вопрос, когда ее нужно косить, сколько еще нужно ждать, потому что она уже начала вот некоторые зацветать здесь, там вот чуть дальше. Вот, вот, или подождать, пока она уже встанет в человеческий рост. Просто никогда с этим не сталкивался. Вот такие вот дела. Так что, кто что скажет, мужики, это действительно будет для меня полезно. Вот, как-то так. Пахать огороды у нас еще никто не пашет. Еще рано. Еще, кстати, они и не все убранные. Также и у меня вот перец, еще буряк. Кто не знает, что такое буряк, это свекла, свекла, как угодно называйте, там сахарная, винегретная, там, не знаю, борщевая. Вот такие вот, мужики, дела. Конкретно вопрос по горчице. Пишите комментарии, все читаю, потому что я с этим, повторюсь еще раз, никогда не сталкивался. Сколько еще ждать? Либо уже можно косить и запахивать.